планы наполеоновские. Киселик варится с вишнями. Капуста квашеная, поджаренная. Бульон с курицы. Вот этих, с каркасиков. Курицу разобрала. Вот. Тесто опять убегает. Сейчас с капустой сделаю и с этим, с вишнями. Вишни без косточек есть. Такое уже тесточко. А стоит минутку. А курицу разбирала, сделала из нее такие вот, порезала филе. Замариновала перчики в яйцах, соль. И сейчас сделаю кляр. Кляр будет у меня из майонеза, яичка и муки. Вот. И поджарю на ужин. Мука, яичко. На одну ложку муки, одно яйцо и майонеза. Тоже столовая ложка на одно яичко. Все взбить. Будет кляр. Пышненький, хрустящий кляр. Одна ложка. И вторая ложка. Тесто такое воздушное сегодня. Так. Бумагу я смазала. Теперь пирожочки делаем. Вот, налепила пирожочки с вишенками. Вот такие вот. Там пекутся уже с капустой. Сейчас поставлю эти.